Всем привет! Вы слышите и видите Алексея Халецкого. Надеюсь, вы слышали, что я сказал привет. Это значит, что вы на канале Леша Играет, и я продолжаю на уровне сложности божество на огромной политической карте Земли проходить 7 Civilization 6 за Испанию с новым патчем, с последним, на 20 цивилизаций партия. Если вы случайно наткнулись на это видео и не видели начало, то лучше перейти к нему. Ссылка на первую серию есть в описании к этому ролику. Ну а спонсоры канала все видео видят сразу во вкладке «Сообщество». Спасибо им за поддержку. И давайте продолжим. Выключим мою милую мордаху. Но чтобы лучше было видно, чем я постоянно с ней играю. Хотя, может, знаете, если вы будете... Зависит от ваших отзывов. Если вам нравится именно так смотреть прохождение, то я буду оставлять мордаху на всю игру. Пишите, что вы думаете по этому поводу. Итак, мы захватили Вроцлав, воюем тотально с Польшей. Тут нам немножко убивают одного из конкистадоров. Я, наверное, все-таки сюда встану. Так, а вот тут я скорее отступлю конкистадором. Не хочется его терять. Здесь тоже подходим потихоньку. А, мне надо... Кстати, я тут не просто так рабочего. Мне надо уголь обработать. Угу, требушет я уже могу апнуть в бомбарды. Ну, в принципе, почему и нет. Так, тут убираем. По-моему, это что-то хотел строить. Промышленную зону? Да, на плюс 2, скорее всего. Но я не думаю, что я акведук буду здесь ставить. Хотя... Ну, промышленную зону точно можно начать строить. Не знаю, пока с театралкой. Я думаю, что театралку и аквапарк только там поставим. Тогда будет еще и театралка. Так, стоим. Давайте, пожалуй, этот военный лагерь убивать. Тут полечимся. Полечимся. Ну, по идее, тут, конечно, надо вырубать лес. Но я пока еще не знаю, какой район. Я бы тут пока... Вырубил и шахту поставил. Здесь мы открываем территории нашими каравеллами. Ой, тут какой-то этот буран. Фига себе тут проплыв на самом деле. Что-то тут очень что-то много территории до Антарктиды. Так, имеет ли мне смысл? Вообще имеет. Я надеюсь найти Наску. Так, ищем источники. Я могу еще... Да, я могу еще шпиона, кстати, сделать. Я случайно его нигде не строю. Нигде не строю, поэтому давайте тут. У нас тут вообще есть чем захватывать Асуан, например. Ну, вот, слушай, там конкистадоры подъедут. Так что давайте я на автомат поставлю уже эту каравеллу. Собственно, как и эту. Строительная инженерия. Так, тут я на довольство все поставил.
Стоит ли мне пингалу повышать до грантов? Мне кажется, еще рановато. Я бы лучше Магнуса вот до промышленника и кооперации делал. И нам надо будет как-то менять. Мне, наверное, надо будет поменять Магнуса либо в Севилью посадить. Даже не либо, а скорее всего именно в Севилью и надо будет. Давайте, может, мы их сразу поменяем. Виктора в Лас-Пальмас. Нет, давайте, может, как-то... Ну, просто у меня губернаторы дают рост. Блин. А, ну, в любом случае, Магнуса в Севилью. Пока хватает, вроде не умирают. Ладно, давайте Виктора во Вроцлав пока. Так, Аншан мир со мной заключил. То есть там кто-то перекупил его просто. А кого убили? Убили все-таки одного конкистадора. Пояс Пресвятой Богородицы. Давай мы тебе только Илиаду не будем давать. И уголь не будем давать. Ну и право прохода мне не интересно. А вот пояс Пресвятой Богородицы интересно. Давай, может, тебе еще селитру какую? 13 штук. Я там, по-моему, уже все ап... О, готов принять. Правда, 10 золота вход не хочу. Не хочу. Давай мы тебе... А, влияния у меня нету. Давай просто золото. 50. Сорокет. Ладно. Дальше не хочу. У меня есть храмы, у меня, в общем-то, есть куда складывать реликвии эти святые. Да нет, кого? Тори де Белен. О, Тори де Белен жалко. Я там даже потратил... All the best romances bloom in the midst of a good siege. Так, осадная тактика. Создание строителей через света. Не буду менять пока ничего. Так. Тут уголь добываем. Что мне делать? Так, ну что, убьем этих крылатых... Не убивай, нифига себе, у него крылатые гусары крутые. 62. Чё-то больно. Так, ну тут давайте миссионера сюда отведем. Минус район. Так, хорошо. Блин. Вот это, конечно... Пять населения в Лас-Пальмасе. Пять населения минус. Охренеть. И семь клеток повреждено. Так, ну короче, нам тут нужны рабочие точно. Пенгалу в столицу возвращаем.
Давайте. Ну, мне нужно Лас-Пальмас кого-то сажать. Мокшу не хочу, чтобы протестантизм не распространялся. Так что придется Амани пока взять. Чудо света промышленной эпохи. Что-нибудь в Мадриде можем? О, мы Рурку можем в Мадриде. А в Севилье? Я бы, наверное, Рурку, кстати, в Севилье построил скорее. Тут я не могу, потому что и фабрики еще нету, но это вопрос времени просто. Я куплю здесь это и все. Другое дело, что там в Мадриде уже есть производство от другого чуда, поэтому 7 ходов остается. Ладно, тут давайте все-таки статую свободы. Что там по... Во, Эйфеля. Эйфеля можем выкупить. Ну, я пока подожду. Ласкарину Бабулину я тоже сейчас получу. То есть я хочу деньги эти потратить на... Тут вот в промышленной зоне. То есть нам пока Эйфеля даже не на что тратить. По-хорошему. Так, тут у нас 4 производства. Ну, я бы взял, потому что я тут все-таки, наверное, поставлю здесь акведук. Так что будет нормально по производству. Здесь отложим один ход, чтобы сразу акведук начать строить. Так, здесь я куплю строителя. Сейчас надо будет ремонтировать это все дело. И производство столько в Севилье осталось, во всем остальном... А, Вроцлав еще. Священное место, кампус. 6 ходов до роста. Давайте 3 хода. Ну и строителя пускай делает. И Антарктика, да? Нет, далековато что-то от Африки получается. Так, слушайте, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Я еще 10 цивилизаций не встретил. Причем одна из которых Эфиопия, которая здесь в Африке, я даже ее... Вот, даже видно, что Ракидет к нему отвалит. Ну вот Ракидет станет эфиопским, я, собственно, встречусь. А это произойдет, по идее, следующим ходом. Не видно что-то Наску. Наверное, все-таки ее тут нет. Так, нет, тут производство мы ничего не берем. Дальше пойдем, давайте, наверное, в экономику. Блин, еще каперы нужны. Давайте мы в Севилье такие сделаем одного капера просто. А, 3 хода. Ну, тем не менее, я тут вырублю лес. Пускай, мне надо 2 капера, чтобы ускорить электричество. Ну что тут, летучие польские гусары? Убьют мне еще конкистадора? Ну, да, слушайте, он, смотрите, он пробежал вот так вот, добежал до моего конкистадора и убил его.
Так, Стокгольм отвалился. У России Стокгольм, слушайте, Стокгольм в этой игре просто ветреный. Отваливается, приваливается. Так. Сначала убиваем этого. Потом убиваем этого. Подходим к конкистадорам. Там стоим, тут ласкарину, бабулину забираем. Нормальный флотоводец. Так, с Эйфелем. Еще его никто не забрал. Написано, у меня один из ходов, но мне, конечно, надо будет его выкупить. Несомненно. Так, тут вырубаем. Следующим ходом два капера будет. И начнем сразу акведук тогда. На всякий случай так встану. Если кто-то решит этого атаковать, чтобы у него плюс 10 было. Может объединить их? Давайте объединю, ладно. Он точно больше бьет объединенный. И что, все равно считается, я не встретил эфиопа? Прикол, ну давайте... А, я уже поставил лечиться. Блин, конечно, этот нормально прошелся. Буря в пустыне, блин. Так, где там у нас новые цивилизации? По идее, где-то индус должен быть. А, блин, я же хотел... Так, Цинджи-Дубим-Араха. Я хотел засоюзить Канди. И я тогда бы встретил... Канди вроде... Блин, а Канди как раз дает реликвии за нахождение чудес света, да? Я вот забыл, да. Я вот сейчас нашел чудо света. Ну ладно. Ну тут, кстати, инки с бразильцем вроде поровну расселились. Слушайте, вот я не знаю, я, по-моему, на обычной карте мира играл. У меня такое ощущение, что Южная Америка точно такая же была по размеру. Какая-то огромная политическая карта, не особо огромная. 6 производства, ну давайте. О, кстати, уничтожили моего миссионера, благодаря этому буддизм снизился. Во, в Севиле уже нету буддизма. Отлично. Сейчас бы еще сюда индуизм пришел, я был бы так счастлив. Я сразу там апостолов бы индуизма накупил. Ну, Севилья голодает, не страшно.
А с Польшей только я воюю, да? Ну, в смысле, вообще... рабочего захватили. Не, понятно, что не только я воюю. Блин, что так больно-то? Что-то Краков тяжело берется, да? Есть электричество. Ускорено. Ну, видимо, в самолеты надо идти. Вообще, лучше было бы вообще нефть, конечно. Сначала нужен самолет, чтобы аэропорт построить. Авиацию, имею в виду. Хотя там чудо промышленной эпохи. Я надеюсь, что я сейчас эту статую свободы построю. Это чудо промышленной эпохи. Я сейчас, да, промышленной эпохи. Так. Блин, я не могу его пропустить. Прикол. Зарение компьютеров и сталеварение. Ну, компьютеры — это хорошо. Чтобы не... У нас там немного чего затапливало, но тем не менее. Может, тогда и пойти в электричество и компьютеры. А, блин, тут надо все-таки через авиацию. Тогда, может, в нефть? Два форта с военным инженером. Уничтожьте врага при помощи рыцаря. Ну, военного инженера я могу здесь сделать. Давайте потихоньку. Блин, что-то больно. Надо, мне кажется, беречь конкистадоров, чтобы их дальше апать. Не, ну этому тоже хана конкистадоров. Ладно, пускай тут стоит, пускай убьют этого миссионера, хоть уменьшится влияние буддизма. Барды, конечно, тут не очень. А, была Наска. Смотрите, была Наска, еще Галапагосские острова без Кандиат. Ну, блин, там, чтобы Кандиат, надо карточку ставить. Первый посол, вот это вот все. Не в этот раз. Давайте я эфиопа встречу. Император Эфиопии Дыридауа. Ты Дыридауа. Давайте черепахи на вино. Виктор во Вроцлаве. Тут ждем прибытия. Еще 9 цивилизаций не встречено.
Ну, причем в Америке я всех встретил, в Африке, получается, тоже всех. То есть осталась Азия и Австралия с Океанией. Все, убили. Но только конкистадора, миссионера они решили не трогать. Апнул поляк зачем-то полностью убитого арбалета в пушку. Пригороды с притягивающим, военная академия нет. Скидка на улучшение юнитов тоже нет. Просто добьем тут пушку. Отойдем пушкой. Апнем конкистадора. Просто постоим. Да блин, вот нефиг делать поляку. Такую херню строит. Так будет, надо подождать эту армаду до третьего качну, а потом еще использую флотоводца. Так, я отправил в Бразилию и ацтекам. Так, ну еще к зулусам, но я, по-моему, только нангому вижу, да? Что там в Нангоме? Тут негде ничего воровать. Ладно, давайте попробуем еще тут поплавать. Может, кого-то встречу более технологичного. Это Мадагаскар, кстати. Антананариву на Мадагаскаре. Ну да, к Вавилону, конечно, еще можно. У него... как минимум разные техи, но у него только Иерусалим не виден. Тоже проблема. Ладно, давайте канадцу. А, я же еще хотел к себе... у меня пингалу убрали, я хотел к себе шпиона посадить. Черт. Как всегда забыл. Так, тут мы начинаем тырить деньги. Хочу перешеек полностью этот открыть. В Кордове фабрика. Угольная 10. Норм. Три хода, пускай строится. Так, ну я думаю, что пора уже Эйфеля купить. Причем за деньги. Кампус на плюс 2. Промышленная зона на плюс 2. Прям на этой клетке с бананами. Что-то и то хорошо выглядит. Но мы, наверное, с пригорода начнем. Тут на плюс 4 есть. Место. Так, урбанизация. Дальше пошли в естественную историю. Нам надо археологический музей. У нас пока только одна театралка, да, вроде? И та поломанная. Блин, тут просто снесло все нафиг.
Вы посмотрите. Так, ладно, давайте Эйфеля куплю. А я хотел ускорить в Севилье Рурку. Так, здесь купим строителей. Не хочу я уже в Канди отправлять, я уже кучу чудес и так нашел. О. Традиционно проходит два хода, меня начинают осуждать. Почему? За что? Непонятно. Нет, ну какой, какой мир? Польша у нас с тобой может быть. Ну, встретили индуса. Гуманитарная помощь Монтесуме. Ну что, ну в этот, по идее, военный может только Польша вложиться. Ну да. И так только нам двоим предлагали. Прикол. Ну давай, давай, Польша. Отбей у меня Лондон. Там даже интересно. Так, открытые границы я с Эфиопом не смогу. А как мне Гданьск тогда брать? Ну что, Асуан придется, видимо, начать нападать. Ну, нам надо два форта ставить при помощи рыцаря. Кстати, может тогда... Ну, у меня, по-моему, рыцари уже даже недоступны. А, нет, доступны. Давайте купим рыцаря, попробуем с его помощью... Так, форты нам пока ставить негде просто. Просто даже негде. Ну вот тут, если только пойдем туда. Опять буддизм здесь, к сожалению. Есть акведук. Как нет подходящий? А, вот. Я. Во. Так, и тогда мы этого инженера вот сюда пока поведем. Так, и в общем-то Эйфель сюда отправляется. Тут пойдем конкистадором к Ассуану, чтобы, ну, объявить ему войну и захватывать Ассуан. Или сюда миссии восстанавливать. Не хочу объявлять войну. Так, там он восстановит. Тут давайте шахту. Воруем деньги. Ну, поплыли, наверное, Японию искать в ту сторону. Сейчас надо посмотреть, какие у Ганди... Ресы на торговлю. Есть хлопок.
него союз, кстати, с Миниликом. Так, тут военного инженера закончили. Может, мне железную дорогу тут проложить? Железо и уголь есть, то есть еще одного инженера сделать. Давайте, наверное. Лондон верфь. Фабрику, наверное, нет. Я уже в прошлый раз считал. Пригород. Ну, кстати... Кстати, да. Вот тут пригород можно, потому что... Здесь всего две еды, а у меня продуктовый магазин будет в пригороде больше давать. А там еще и плюс 6 жизни, жилья. Древние стены не хочу, тут и так не берется город. Давайте, наверное, пока строить. Или может оказание помощи провести. Так, Магнус в Севилье. Не, пускай на производство. Пенгала. Осталось в Лас-Пальмас Амани дождаться. Опять Аншан войну объявил. Так, надо как-то отвести. Ну, что-то... Канаде нравится, как я мировые конфликты решаю, а именно просто объявляю войну и захватываю конфликтных ребят. Странно, Стокгольм отвалился и обратно присоединяется. Или так Польша. Politics, colonialism, imperialism and war also originated in the human brain. Давайте, наверное, первого посла поставлю, в Аншан поотправляю. Не, к Польше отваливается Стокгольм пока. Объявлять войну, я думаю, Суану. А что это я без миссионера плыву? Сирис с радостью встретит... О, да, Ганди, конечно же, не нравится, когда кто-то войну объявляет. А, блин, меня выкинуло... Серьезно? А почему меня выкинуло сюда? То есть у меня стоял здесь капер, я объявил войну, и меня выкидывает... Твою мать, ну это какой-то прикол опять. Я понимаю, что типа это ближайшая клетка к этой, но не должно тебя перекидывать через клетку, где у тебя закрыты границы тогда. Еще и выкидывать на клетку недружественную. То есть тут как бы война у меня идет. Я должен быть на свою выкидывать. Да. Может тут театралку построить? Да не, жалко. Хорошее производственное место.
Ну, я могу тут районы, военный лагерь. Центр коммерции, развлекать театральное. Давайте, может, военный лагерь, тогда еще один тут. Аншан. Раз. Но пока война. Кагуана. Антананариву. Ну, можно в Антананариву давайте еще. Отправлю первый посол. И до трех доведу. Ну и ладно, Канди. Надо просто войну закончить с Канадой. Ой, с Канадой, с Польшей. То бишь, захватить Польшу. Блин, да что ж тут? А пушки у нас где? Слушайте, может открыть баллистику так? И рыцарей так. Не, ну хочется уже... На самом деле... Ускоряться все-таки. За счет науки. Так, а этого я хочу на железные дороги. Железные дороги строить на континенте. Так, давайте, наверное, сюда вылезу, чтобы меня не обстреляли. Я там пограблю кампус. Так, что вообще с развитием? У меня 200 науки, 120 культуры. 266 науки у Зулуса. Остальные далеко. Но 71 наука у Вавилона, наверное, не мешает ему все равно впереди быть. А нет, мешает, слушайте. В этой партии Хаммурапи не очень. Так, ну и с культурой 184 у Ацтека. Что там с культурной победой? Вряд ли. Нет, ну не хочу эту промышленную зону строить нигде. Вообще я тут жду открытия аквапарка. Мне нужен археологический музей. Где-нибудь. Район я пока не могу, пока Асуан не захвачу. Видите, проблема, очень мало места. Ты когда в Европе тут начинаешь, за Испанию, просто мало места для строительства районов. Поэтому давайте, наверное, оказание помощи сделаем. А участвуем только мы вдвоем с канадцем. Так, вот с Пальмас губернатор прибыл. Отремонтировали, давайте, амфитеатр, потом маяк. Здесь пригород есть, давайте... Почему нету подходящего... Разве это не подходящее место для дамбы? Речная пойма. В речной пойме.
А, можно только... Не, ну так на этой реке больше никто не строил. На этой реке нету дамб. Чё-то странно. Ну вот здесь же, по идее, должно строиться дамба должна. Здесь должна. Ну хорошо, давайте я тут куплю. Гляну. Так, у кого какие предложения, почему дамбы не строятся? Река должна пересекать не менее двух сторон клетки с дамбой, да? Есть такое. Вот. Раз, два тут пересекает. Здесь вообще три стороны пересекает. Раз, два, третий радиус. Ну, что-то странно. Ганди осуждает. Даже Ганди осуждает. Ацтеки по второму разу осуждают уже или по третьему. Что-то я не вижу, чтобы... А, вот действует флотоводец. Хочу пока убрать тут силу, потом подъеду сюда, капером это буду грабить, раз мне Эфиоп не дает выйти оттуда. Все в буддизме. The industrial heart of Germany. Отлично, авиация ускорена, ее и открываем. Потом электричество, потом компьютеры. Или в химию. Не, я хочу себя обезопасить точно от затопления. Потом можно и химию. Два района пригорода тем более ускорим. Там, мушкетеры я уже, по-моему, не смогу ускорить. Ауч. Тут сделают моему плантация. Давайте на плантацию встанем. Сделают моему рыцарю больно. Это у нас Аравийский полуостров такой интересный. Россия объявила войну Индии, то есть Россия будет от моря до моря, от одного океана до другого.
А, Ганди бил Россия в союзе, видимо, с Вавилоном, да. О, блин. У нас вообще нету союзников теперь. Жаль. Ну, это из-за претензий других игроков, конечно. Внезапные войны, вот это вот все. Несомненно. Так, нам надо 16 жителей. Давайте, наверное, пригород. Здесь. Блин, там меньше. Ну ладно, я не хочу здесь, потому что я хочу здесь театральную площадь. Хотя, слушайте, вот здесь плюс 6, правда, производство. Нет, давайте лучше тут плюс 4. А все-таки Рурка дает процент к производству. Все, еще форты никак не построю. Не, стоит, стоит рыцарь, не умер. Тут никто из юнитов египетских не выходит, чтобы я их, это, убил. Поэтому нечестно, не могу прокачать. Опять полевая буря. Опять ко мне пойдет. Все разрушит. Так, плантация, к сожалению, не восстанавливает здоровье. Мгновенно обосновывается во вражеском городе. Клеопатра объявила войну Вавилону. Ядвига Вавилону. Это явно индустам подговорил всех. Ну так здорово. Нам так это выгодно все. Сто тридцать девять монет, приятно. Кстати, давайте по реликвиям еще посмотрим. А, у нас все-таки только один храм. Не, ну я еще одну могу реликвию прикупить. Может, у кого-то есть? Нет, что-то не видно. О, есть. Зашибись. За золото готов что-то дать. Ну ладно, за 150 куплю и за свинину. Нормально. Пускай капает туризм. До Калифорнии доплыть, посмотреть, что там. Что, никто не заселяет? А как же, что, без Кремниевой долины в этом мире? Обидненько. Вот Дрипхувана. Так, как у нее развитие? Вот даже интересно было, она все-таки на островах живет.
Ну, не очень. 104,68, а что по религии? Блин, где она? Даже религии вход как-то мало. Удивительно. Что с этим вообще религии в мире? Православные ацтеки 20 городов. Католики-бразильцы, то есть они тут друг с дружкой. Ну, протестантизм Англии, сикхизм Эфиопии, в Эфиопии даже ноль. Там польский индуизм всех порабощает, кроме меня. Ему даже уже, по идее, протестантизм не мешает английский, но почему-то и ислам. Вау, вот ислам, 35 городов. Я думаю, это Кхмер. Я на Кхмера ставлю. Не может быть, чтобы Кхмер был без религии. Ну, вряд ли мы тут археологический музей уже сможем построить в скором времени, поэтому, пожалуй, я, естественно, историю так открою. Угу. Кампус плюс один. Театралка плюс один, промышленная зона плюс один. Ну, наверное, можно промышленную зону сюда акведук. Так я сделаю. Потом, чуть позже. И мы вообще, у меня цель за эту эпоху кругосветку как минимум сделать, а как максимум, надеюсь, и всех, все цивилизации встречу. Чё-то больно по каперу стукнуло. Не, ну, Польша тут вообще в кольце врагов просто. Вот все ее соседи с ней воюют. Sunset gates. Once you have tasted flight, you will walk the earth with your eyes. Все, ускорил. Давайте отойду капером, апну его. Здесь продолжаем Асуан обстреливать. И я думаю, что можно уже подходить, чтобы его захватывать. Так, что там у нас? Просто две клетки повреждено. Ну ладно, это еще терпимо. Побега прокачаю. А нет, ацтеки заселили Калифорнию. Хотя, по идее, вот тут она где-то. Ну да, где-то вот тут начинается. Понимаю, почему все-таки дамба тут не строится. Япония. Так, как там у Японии? Вот они тоже на небольшом острове совершенно развивалась. 130-121. В принципе, нормально. Вообще
Дешевые ресы. Все покупаем. Статуя Свободы построена. Верфь в Мадриде. Ну, я в Севилье еще кассу вот здесь построил. Знаете, тут ставится. А в Лондоне тогда вот здесь театралку. Поэтому... Ну, кстати, тут можно ступу купить. А, храм. Я все еще не открыл храм? Да. Прикол. Слушайте, давайте я открою храмы. Или нет, давайте все-таки сначала естественную историю, а потом храмы. Блин, переключилась на теологию. Вот этот периодический глюк какой-то у Цивы, что shift не срабатывает. Давайте пока рабочего. Давайте тут тоже раб... Или... Блин. Фабрику немножко бессмысленно строить. А, давайте тоже рабочего. Знаете, я тут подожду. Вообще тут 4 заряда. Не, я подожду, когда начнем... Нет, я не подожду, я пойду вот сюда вырубать пшеницу под кассу. Так, ну Аслан сейчас берется. Сразу Индонезия меня осуждает. Япония не сразу. Потому что я посольство отправил. Ничего не буду менять. Так, источники найдены. Тырим деньги. 4 очка дипломатической победы. Это за исторические места. За эту. За статую свободы. Но мне нужны просьбы о помощи на все соглашаться и получать очки дипломатической победы за их выполнение. Так, тут мы один ход отложим, чтобы кассу начать строить. Тут тоже отложим. Так, там свинина не обработана. И крабы. Поехали к крабам, наверное, сначала. Захватываем Ассуан. Блин, тут же 2 рабочего у него, нифига себе, у нее. Так, я бы, конечно, с Египтом бы замирился. Потому что мне надо передать клетки, во-первых, Лакарунье, вот эти. Я не могу этого сделать, пока я в войне. И этот город, типа, оккупирован. Во-вторых, мне Мемфис и Абидос тяжело брать без флота. Да и не нужны мне они, по-хорошему. Пускай Эфиоп или Зулус пилит. Ну что, аэродромчик?
Театралочка плюс один. Кстати, в принципе, а почему и нет? Сюда театралочку, а потом сюда аэродром. То мало культуры. Еще окажем помощь. Блин, тут этот появилось историческое место. Что-то все как с местами. Вообще археологов надо. Теперь нету пустых мест, где поставить. Да, прикол. Давайте сюда пойду, уберу здесь. Поехали железную дорогу делать. Стоило поворовать, там стандартизация была. О, Теотиуакан. Примерно на месте Сан-Франциско. Еще запретный город тут. Хотя нет, да, скорее даже... Ну тут очень все, знаете, такой масштаб очень странный. Наверное, он севернее. Пригород здесь вместо шахты, вместо того, чтобы шахту восстанавливать. Давайте пригород. И тут продолжаем пригороды. Вот тут пригород сюда поставим. Я бы здесь рабочего еще купил. Вот это все восстанавливать опять. Да, не буду ничего менять. Так, в Севилье мы производство откладываем на кассу. Рапануи встретили. И Австралию встретили. Во, Австралия 207. Вот это я понимаю развитие. Вот это я понимаю. Где они тут? В техах. Ну вот, теперь все-таки японец осудил. Ганди, Джон Кертин, Педро и Чака. Все вот здесь где-то. Бенджамин Франклин may have discovered electricity. Электричество. Ну, в общем, думаю, что продолжить следует уже в следующей серии. Встретили Австралию. Нам осталось 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Еще пятерых нам осталось встретить. Это у нас кхмеры. Это у нас Корея, это у нас Монголия. И пока не помню, кто еще, честно говоря. Кхмеры. А, нет, Стокгольм. Тьфу, каких пятерых? Все, троих. Швеция же и Англия уничтожены. Так что Монголия, кхмеры и Корея остались невстреченными. Но это уже в следующей серии. На этом все. Спасибо, что смотрите. Спонсоры канала могут посмотреть продолжение прямо сейчас во вкладке «Сообщество». Для всех остальных оно появится завтра. Играйте в умные игры. Всем пока. Спасибо, что досмотрели до конца. Я Алексей Халецкий, тот, кто сделал это видео.
Пользуясь случаем, хочу попросить вас поставить лайк, оставить комментарий и поделиться этим видео со своими друзьями или в социальных сетях. А также посмотреть другие мои видео, ссылки на которые вы видите сейчас на своем экране. Играйте в умные игры и всем пока!